Приветствую всех на моем канале. Давайте сегодня сделаем расклад на тему «Совет для людей, которые находятся в одиночестве». Да? То есть, ну, когда-то были отношения, закончились разводы. То есть, уже для людей, которых те отношения, да, уже их там никто не ждет, на других отношениях поставим крест, и вот человек просто сейчас одинок. Давайте вот совет для вас. Как закончить это одиночество? Может, что-то сделать? Какие-то подсказки для вас? Что подскажут? Карты высшие силы. Карты есть, проводники высших сил. Давайте посмотрим, что подскажут. Ну, что здесь подсказывают? Знаете, здесь подсказывают сразу, что люди, которые... Вот они одиноки, они какой-то жаждут... Стоят перед выбором. Они жаждут какой-то, может, даже как-то мести за прошлые какие-то обиды. Но вы должны знать, что, да, что вот эта вот месть, она в этом одиночестве-то вас и держит. Не нужно мстить. Вот эту месть надо из сердца. Вот это все, все весь этот негатив выбросить из своей головушки. И вот этого выбора тогда не будет, да? Вот это вот. Что делать? Как быть? Что делать? Где-то вы там, знаете, лицемерите, может, улыбаетесь там, что у меня там все хорошо, я там самая счастливая. Нет. Жажда какой-то здесь мести. Да, вот. Как быть? Что быть? Давайте посмотрим. Давайте возьму другую колоду. Что нужно делать, чтобы закончилось этот период одиночества? По какой дороге идти, чтобы не было этого выбора? Убрать эту месть, это однозначно, из своего сердца. И опять выбор, двойка пентаклей. Ну вот что здесь советует. Вот если смотрит женщина, ну мужчины тоже переворачиваете это все на себя. Если смотрит женщина, перестать в себе сомневаться и перестать вот это вот, опять же, видите, вот здесь она стоит с мечом, и здесь дама уже с более большим мечом. Карты показывают одно, в принципе, и то же. Двойственная ситуация, здесь выбор, да, взвешивание. Перестать быть вот такой королевой, станьте вот кубок, наполненной женщиной. Вы наполните себя, вы женщина, мы все как бы немножко там и... Ну, как вам говорят, и ведьмы, да. Каждая женщина может быть индивидуальностью. Дамой с наполненным кубком. Перестаньте быть мечевой вот этой вот королевой. Жрица это как-то... Продвиньтесь по духовному пути. В себя вовнутрь обратитесь. Но здесь почему-то здесь, наверное, расклад больше подойдет для одиноких женщин. Ну, в принципе, и мужчина тоже, если так, да, сидит в одиночестве там и... Перестаньте быть агрессивным на весь мир. Наполняйтесь. Наполните свой вот кубок. То есть, ну, как сказать, на любой человек тут может это... Можно сходить на природу, можно сходить, не знаю, собраться, сходить на танцы. То есть можно сходить в кино, можно купить билеты в театр. Здесь, ну, вариантов тут множество. Будьте наполненными. Наполняйтесь. Видите, вот она сидит в облаках. Все неплохо. Она сидит с мечом. Думает, а как так? А вот почему? Да почему? Да за что? Да не за что. Надо спрашивать все время, зачем? Значит, так нужно было. Да, вот одиночество. Одиночество, оно не бывает вечным. Только от человека зависит, будет ли он счастлив в дальнейшем. Наполнить себя не мечевой вот этой вот энергетикой, а духовной энергетикой. Чистой, светлой, чистой духовно. Отпустить все эти мести, забыть это все. Давайте посмотрим, что еще подскажут. Но здесь сразу подсказывает отпустить вот эту боль. Боль ухода, боль потерь, боль какого-то, боль каких-то переживаний. Видите, вы можете быть счастливы. Четверочка жезлов.
Все в ваших руках. Действуйте. Тройка кубков. Действуйте. Праздник. Празднуйтесь. Я не знаю. Ну, сходите в ресторан, в кафе. Кто-то может даже напиться. Может даже вот, ну, вот погулять от души. Видите, тоже вот кубки показывают. Устройте себе праздник. Не знаю, там, ну, это все что угодно. Кафе, ресторан, бассейн. Кого там есть возможности, там, купите себе путевку. Ну, уезжайте вы в санаторий. Ну, а смените вы обстановку. Возможно, там также в санатории поедет мужчина, который одинок. И вы каким-то образом пересечетесь. Ну, устройте вы себе праздник. Здесь уже карты показывают одно и то же, да, вот. Перестаньте вот это вот разбитое сердце. Ну, разбили вам сердце. Ну, это тяжело, это больно, да. Ну, вот шестерка жезлов. Давайте, садитесь. Как говорят, на лошадь, ну сейчас у нас, да, на лошадь уже никто не сядет. Садитесь на поезд. Есть возможность. Купите себе билет на юг, не знаю, там, в санаторий, куда угодно, на отдых. Устройте себе праздник. Вот это совет для одиноких людей. Не сидите сложа руки, не жалейте себя, не испытывайте к себе жалость. Вот, видите, опять снежная кораблемонипуляция, клетка, отдых. Уйди, ходите из этой клетки. Холодное сердце, снежная королева. Да, возможно, мужчина там рядом был, или там женщина, которую манипулировали. Там как-то предательство, возможно, было. Но позвольте себе отдых. Ну, выйдите, вот, освободитесь, выйдите вы из этой клетки. Принимайте какие-то действия, действуйте, идите вперед. Давайте я вам сейчас возьму совет. Послание счастья на метафорических картах. Что еще они посоветуют? Счастье приходит к тем, кто ценит каждый момент жизни, видит красоту в окружающем мире. Счастье приходит к тем, кто легок, как перышко в своих мыслях. Счастье, разделено с друзьями, увеличится вопреки математическим законам. Ну вот видите, тут также говорит, счастье приходит к тем, никто сидит вот в этой клетке, да? Снежная королева. Клетка. А кто видит и ценит каждый момент жизни, видит красоту в окружающем мире. Солнце, воздух, деревья, парк, развлечения, все что угодно. Отдых, встречи с друзьями. Куда-то идите, не сидите. В один ваш шаг может изменить всю вашу дальнейшую жизнь. И вы потом скажете действительно, да, как вот это вот, посмотрела расклад, и вот действительно, ведь я же встала вот из этой вот, вышла из этой клетки, из вашей квартиры, из четырех стен, которые давят. И я пошла туда-то, а вот там мне встретился мужчина, и потом через десяток лет вы будете вспоминать, что действительно, да, и вы с этим мужчиной будете счастливы всю оставшуюся жизнь. Сами себя запираем и думаем, какие мы бедные, несчастные, нельзя. Всего вам доброго, любви вам и удачи. Идите вперед, несмотря ни на какие трудности. Это совет для одиноких. Все карты вот из разных колод, они показали одно и то же. Всего вам доброго.